Обладатель этого имени достаточно трудолюбивый. Звук «к» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Звук «н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Обладатели этого имени переполняют чувства, когда они восхищаются чем или кем-либо, очень восприимчивы. Буква «о» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук «с» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость, способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Человеку с буквы К в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Обладатели этого имени испытывают трудности с проявлением собственных чувств, хотя внутренне они искренне восхищаются и могут нафантазировать гораздо больше, чем могут показать внешними инструментами. Р – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Согласно нумерологии, представители этого имени могут нажить себе врагов по пустякам из-за нетерпимости чужого мнения, особенно если владелец имени занимает высокий пост. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта. Доброта, миролюбие. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.